Ну что, давайте начнем упражнение. Здравствуйте. Когда я нахожусь в Китае, я пытаюсь немножко подзаработать и работаю с Lays. Значит, Lays. Короче, маттафака чипсы. Так, с вкусом огурчика. Не торопись. Наслаждайся. Дыши. Облизнись. Снимаем рекламу. Мне нравится. Нравится? Да. А, я забыла, ты любишь жареные свежие огурцы. Точно. С картошкой. Мальчишки резала торт по блинкам, свой телефон и фотоснимки, альбом. Очень сладкие и вкусные чипсы Лейс с персиком. Нереальное наслаждение. Площади производили смертные казни неверных жен. А их связывали, кубочек ставили внизу, в чане был растопленный мед, горячий. И медом их наливали и сжигали. Если бы мы были китайцами, наша семья выглядела бы вот так. Да. Вот папа готовит яичницу. Или вот утюг в виде голубя. Утюг в виде голубя. Папа готовит свой любимый крем-суп из кабачка. Пошла полиция. О, в моей шапке. Ну окей, попер. За 4 юаня оторви ему порт. Давай, вон баллы пошли. Давай. О, пошла зона. Качай насос. Вон, там пожар. Выражение лица уже. Давай, качай насос. Вот человек,
пакетиках, вот так вот все было завернуто красивенько с трубочками. Тебе даже жасмина похож. Я не против, главное, чтобы зеленый был. Кальмар. Что тут написано? Николь. Николь, что ты тут увидела? Глобальное потепление. Все время глобальное потепление. Я думал, ну, дебилизм, понял? Почему дебилизм, если разрушается атмосферный слой? Вот, так а чем он разрушается? Ну вот, вот СО2. Вот этот СО2 растет. И за счет этого СО2 начинается этот парниковый расклад. Ну, короче, начинается вот это глобальное. Она, видишь, поменьше. Она, наверное, ночью. Она ночью, валит, наверное, валит, да. Скажи маме, куда ты летишь? Куда ты летишь? Куда ты летишь, девочка? В Шанхай? Наш серьезный папик ходит. Рэмбо! Долгожданная встреча. Ну что? Котик, там можно поснимать, прикольнуться. Сейчас, 2 секунды, я тебе покажу. А где? Далеко видео терминал? Идет? Да, терминал сейчас далеко. Сейчас я покажу 2 минуты. Терминал далеко? Сейчас разберемся. 2 минуты, дайте вам показать прикольчик. Одну минуту.
Мы же VIP-персоны. Никочка, не убегай никуда. Иди сюда. Иди сюда, не надо туда ходить. Сейчас тебя дядя Китай забьет. Смотри, надо заранее приходить. Заранее подходить. Серьезно, что ли? Что, нас это ждешь, что ли? Серьезно? Да, я понял, как они кидают монеты туда. Они, походу, на улице выходят. Подъехала наша лайба. Так, обыкновенный китайский аэропорт. Говорят, надо пораньше приходить на регистрацию. Оп! Оп! Так, очередь вы видели обыкновенных самолетов, стандартов и там экономов. А вот так выглядит VIP. Вот такой вот VIP на посадочку. Иду по китайскому аэропорту. И тут бах. Вспомнить все. Окунуться в реальность. Вот этот парень создал вспомнить все. Ой, что-то кофе захотелось. Ты что? Здесь кофе дорогое. Такое дорогое кофе. По 15 юаней. Вон, смотри, выбирай. Ха-ха. Не готовят кофе. Вот такое. Американские горки по-китайски. Ничего себе, так это сразу шоу.
стоит 40 юаней. Знать бы, где мы. Мы запустим там людей. Будет выходить. Так, зашли в кабачок. Дочь, жена, я. Тебя не показываю. Так вот, зашли в кабачок, смотрим тут угри и все дела. Карасики, это очень важно. Креветочка и черепашка. Из чего супчик ты будешь есть? Я супчик. Черепаху буду есть. Готовим. Так и быть. Готовим. Никочка, будешь есть черепаху? Спасибо тебе. Все будет по фэншую, не переживай. Черепаха будет без обмана. Бизбулик нашла такое место хитовое, местековое. Тут такой движняк. Моя жена умничка. Взяли бульончик с черепашки. Демонстрируем расклад. Значит, что это у нас? Это туша, лапка. Лапка черепашки. Нормально? Непонятно, что черепашки. Короче, черепашка. А теперь одну минуту моя жена пробует ложечку черепашки. Я малую кормлю, хоть. Подожди, попробуй бульончик, пожалуйста. Попробуй бульончик. Да. Немедленно. Вот. Первая ложечка черепашьего супа. Я мечтала его попробовать. Вкусно. Вот так сделаем. Привет. Черепашка. Супчики черепахи, мы говорили, вот ее голова. Это черепахи. Народ прям валит. Суп просто бомба. Народу здесь вот. Как ты вышел в Шанхае? Опа! И попал на староконочку. Староконочка. Чувак с розовым зонтом прошел, ну ладно. Костюмчики можно взять. Адидос. Да, Адибас. Сигаретки. Староконочка. Недвижка. Угу. На. Коляску кто-то выбросил. Только что ели черепаху суп. А ладно, уже сколько можно об этом говорить? Ладно. Вот зонт можно купить фиолетовый. Слышишь? Вон зонты, смотри, блин, обувь хорошая. Thank you.